Здравствуйте, мои маленькие друзья! В эфире я, Левушка, и, как всегда, вы у меня в гостях. Сегодня я начинаю вас знакомить с главными героями сказки «Кошкин дом». Итак, начнем с нашей кошечки. Кошечка, скажи ребятам, как тебя зовут? Юля. Юля, а фамилия? Ремезова. Юля Ремезова. Знакомьтесь, друзья мои, вот это та самая кошка и есть, знаменитая кошка, богатая, но у которой, к сожалению, сгорел дом, но она не осталась без крова, потому что у нее прекрасные, замечательные и очень душевные племянники есть, котята. Вот расскажи, сложно было тебе играть эту роль? Нет. Не сложно, да? А долго ты слова учила? Нет. Ну сколько примерно? 2 дня. 2 дня? За 2 дня столько выучила слов? Ох, ничего себе, вот это талант, да, ребятки? Так, а расскажи-ка ты, пожалуйста, сколько тебе лет? 5 лет, и ты уже такая талантливая. Ничего себе. Ой, я тоже что-то захотел. Прямо кошку сыграть, что ли, попробовать. Я ведь тоже из породы кошачьих, да? Вы знаете об этом? Так, Юленька, а расскажи мне, пожалуйста, чем ты дома занимаешься? Маме помогаешь или нет? А? Я играю. На чем? Раскрашиваю. Ты с раскраской работаешь. А чем раскрашиваешь, карандашами или фломастерами? Любишь больше фломастерами, да? Ой, я тоже люблю фломастерами, особенно, знаешь, когда вот так на ногах, на руках себе там где-нибудь нарисуешь и ничего потом не отстирать, да? Здорово просто. А на стенках тоже рисуешь? Нет. О, ты посмотри-ка, а я люблю на стенках иногда рисовать. Вот прям вот нарисую на стенке, а потом мама меня, конечно, ругает за это, ой. Стыдно немножко. Ладно, давайте не будем о грустном. Итак, Юлечка Ремезова, кошечка, любит рисовать и раскрашивать. Дальше идем. Где наш кот? А кот-привратник в другой раз. Не обижайтесь, друзья мои, но тут я просто вынужден прервать нашу встречу, потому что только что курица отказалась принять кошку в своем доме. У нее, видите ли, муж дрожит от злости, когда к ним приходят гости, и наши погорельцы отправились дальше искать приюта. И вот перед ними старый дом на горке у реки. Коза с козлом перед окном играют в дураки. Ты с ума сошла, коза? Бьет десяткою туза. Что вообще ж ты бестолковый? Бьет десяткою. Бубновой, бубны козыри у нас. Бубны были в прошлый раз, а теперь нас крестит. Пропадешь ты с ними вместе. Надоело мне игра. Да и спать давно пора. Ночью за день я устала. Нет, начнем игру сначала. Кто останется у нас дурака на этот раз? И без карты я так знаю. Так что лучше не шути. Эй, хозяюшка, пусти. Это я, Василий Дворник. Ты звала к себе во вторник. Долго ждать мы не могли. Раньше времени пришли. Добрый вечер, я вам рада, но чего от нас вам надо? На дворе и дождь, и снег, ты впусти нас на ночлег, не жалей для нас угла. Беспросите у козла, а вот тебе дроги, на хозяин очень строгий. Что ты скажешь нам, сосед? Говори, что места нет. Мне сейчас коза сказал, что у нас тут места мало. Не могу я спорить, у нее рога длиннее. Шутит, видно, бородатый. А вот и неправда. Приют есть всегда. Нужно только хорошенечко его поискать. Ну да ладно, с этими героями мы еще увидимся. А сейчас нас ждут эти самые, как их, ну тоже герои, простоквашенцы.
Ну, вот и все на сегодня. Пока, ребята!